Детское автокресло предназначено для транспортировки маленьких пассажиров в автомобиле от рождения и до достижения ими роста 150 сантиметров или веса 36 килограммов. Его главная задача – обеспечить безопасность ребенка в случае аварии, экстренном торможении или при резких маневрах. Те, кто перевозит ребенка в машине без этого устройства, нарушают правила дорожного движения. Если у нас нарушают водители данные требования перевозки маленьких пассажиров, то это предусматривает административную ответственность по статье 12.23, части 3 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Предусмотрен штраф 3000 рублей. Для того, чтобы еще раз напомнить гражданам о правилах перевозки детей в транспортном средстве, сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят рейды «Маленький пассажир. Большая ответственность», во время которых они раздают водителям листовки со всей необходимой информацией. В ходе рейда выяснилось, что большая часть жителей соблюдает ПДД. Всегда стараемся покупать кресло по размеру, соответственно, по возрасту. И еще второй ребенок есть, для него вот там постоянно у нас стоит еще детское такое, до 3 лет. А это уже взрослый. Попросил спереди, подобрали специальное кресло, чтобы можно было пристегнуться и безопасно. И спать в нем тоже удобно, если на далекое расстояние. Считаю, что все дети должны быть пристегнуты во избежание проблем дальнейших со здоровьем. И жизнеобеспечения. Ну, это здорово, да, что проходят такие рейды. Да, поэтому мы соблюдаем, спасибо. Необходимо помнить, что покупая автокресло, вы тратите деньги не на это устройство, а на безопасность своего ребенка. Настоящая забота проявляется в ответственности за своих детей. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.